Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даваска. Сразу же говорю, видос будет с вебкой, так что по звуку определяйтесь. Звук должен быть нормальным, потому что все более-менее настроил я и переслушал, тоже все было четко. Вы на видосе, где я просил набрать 1100 лайков, это был видос «Все вещи за пополнение алмазов, их не набрали, но вы набрали 1100 лукасов на последнем видосе». И выходит вторая часть, где я покажу вещи, их осталось не так много, поэтому всем приятного просмотра и погнали. Так, аватарок, по-моему, за пополнение не было. Так, рюкзаки... Я там облажался с одним рюкзаком. Вот, его не было за пополнение. Мне вы писали, спасибо, что пишете в комментах, где я облажался. Облажался я вот с этим рюкзачком. Так, вроде бы все за пополнение не было. Смотрим лутбоксики. Лутбоксики. Так, это на халяву давали. Нурстайл, извини, видосик пишу. Так, про этот я вроде бы рассказывал пополнение 100 алмазов. Так, парашюты. Вот тут остановимся. А, типа их нужно загружать, да? Сейчас прям чуть подождем. Но для вас это будет очень быстро. Так, мы загрузились. Так, 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 так. Сразу же хочу показать парашютики. Этот парашют был за пополнение, за первое пополнение алмазов. Еще был вот этот и вот этот. А эти три выпадали с джекпотов. Я очень ждал парашют со львом, но его не добавили. Я бы катал только со львом. Так, дальше, по-моему, это все было не за пополнение алмазов. Так, вроде все. Доска. Мне писали в комменты, что еще были доски за пополнение алмазов. Но, честно сказать, я не помню, какие именно. Потому что я играю с одной доской уже более 3 месяцев. Я тупо не запоминаю, что давали за алмазы, а что давали в пропусках. Например, у меня спросить, откуда была вот эта доска. Я не скажу, а если вы знаете, напишите в комментарии. Так, так. Честно сказать, не помню. Это на халяву давалось. Возможно, что-то из этого я уже показал. Вот эта доска давалась во время Хэллоуина. Топовая доска. Так, и сет, который сейчас вы видите на экране, он давался чуть-чуть позже годовщины Free Fire за пополнение 1200, по-моему, алмазов. Или 1200, или 2000. Олды напишите, потому что в то время я вообще не донил. Ну, донил, но очень-очень мало. И не помню, как, за какое количество алмазов выдавали этот набор. Напишите, пожалуйста, кто шарит в комментарии. По-моему, больше ничего не добавляли в эту игру за именно пополнение алмазов. Мы прошлись в двух частях этой рубрики. Мы прошлись по пополнению алмазов. Мы рассмотрели все эмоции, все лутбоксы, доски, рюкзаки и просто шмот, который давался на персов. И можно сделать вывод, что за пополнение алмазов больше всего давали эмоций. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем респект. Анимешник, тебе респект, потому что вебка и микро уже идут. Еще раз, сердежко.
Короче, всем спасибо. 1000 лукасов равно новый видос. Всем счастья, здоровья. Всем огромное спасибо за просмотр, за поддержку в комментариях, за то, что за меня топите на разных турнирах. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Ты поставил лайк? Поставил? Не поста... Не поставил? Ты чего не пойму? Мне встать? Вот тот же. Не ставит, представляешь? Нет, я сейчас могу встать.